Как сложилась жизнь у героев проекта «Холостяк»? Начнем с первого сезона. Александра Шульгина и Андрей Чмырковский. Они встречались месяц, но вскоре расстались. Александра Шульгина занимается тренингами, всячески развивается. Андрей женился на спортсменке. Вот она. Яна Соломко, девушка, которая не победила в первом «Холостяке», тоже удачно вышла замуж за бизнесмена. У нее все хорошо. Елена Ряснова и Фрэнсис. Встречались они полгода. Но в итоге расстались. Елена Ряснова вышла замуж за бизнесмена. Фрэнсис до сих пор холостой. Третий сезон. Анна Козырь и Андрей Искорнев. Анна Козырь сразу же показала Андрею, что она ему после проекта отказывает. От Андрея была беременная Яна Станишевская, но после проекта он стал встречаться с третьей финалисткой, с Ириной Скориковой. Но тем не менее и с ней не сложилось. В итоге Андрей вернулся к своей первой любви. Он называет ее Ирена. Анна Семакова и Константин Евтушенко. Тоже расстались. Их общение более походило на дружеское. Сейчас Константин Евтушенко с Натальей Добрынской. Марина Кищук и Сергей Мельник. Расстались потому, что Сергею Мельнику пришлось уехать в Белоруссию. Марина Кищук победила в конкурсе красоты. Сейчас встречается с парнем. Алена Лессик и Иракли Мацакария. Или Макацария. Как правильно? Напишите в комментариях. Тоже спустя год отношений расстались. Она сейчас не замужем и Иракли холостой. Лида Немченко и Дмитрий Черкасов. Ну, еще на проекте было видно, что Лида не любит Дмитрия. И даже на постшоу выяснилось, что они даже не поддерживали отношения. Просто иногда переписывались. Лида хотела, чтобы Дмитрий продолжал за ней ухаживать. Она еще не была готова на отношения с ним. А он все-таки тоже живой человек, имеет гордость. Поэтому он вернулся к бывшей жене. У них есть ребенок. Иванка Гончарук и Рожден Ануси. Рожден! Чому все так? Честно, ребята, мне кажется, эта фраза – это просто теперь мем. Рожден, чому все так? Рожден холост. С Иванкой у него не получилось. Он даже сделал издевательское предложение Гале на конкурсе красоты. Посмотрите мое видео об этом. Дарья Квиткова и Никита Добрынин. Единственная пара после «Холостяка», которая осталась вместе. Более того, они уже даже обручены. Поздравим их. Но это всего лишь исключение из правила. Как видим, всего лишь один холостяк остался со своей избранницей. Более того, большинство из них после проекта просто вернулись к своим бывшим пассиям. Вернулись к своим женщинам из реальной жизни. На холостяке, если и можно найти любовь, то очень с малой вероятностью.